давай. Всем привет. Ну, давай ты скажешь. Всем привет. Фу, такая подвеска, очень маленькая. А просто одна пружинка. Тут 4 пружинки, одна пружинка повернута на 2 градуса, в отличие от другой. А зачем? Потому что если будет просто пружинка стоять, тогда оно будет в разные стороны. Сейчас тебе покажу это даже на примере. Стой на месте, стой на месте. Нет, не надо. Ну ладно. Хотя давай попробуем. Жди, перевернись сначала. 3. А! Пробуй ехать. Это что за такая штука? Вот такой прикол будет, если будет на пружинке. Хва-хва-хва-хва-хва-хва-хва-хва-хва. Включи-ка мне максимальную скорость и максимальный крутящийся момент. Я перевернется, я пробовал это. Перевернется. Надо. Типа мотоцикл летающий. Типа как летать? Три, нажми на кнопку F или G. Я не помню уже. Вроде бы на G нажми. И? Повышается? А, он перевернулся. Вот это летающая штука. Я возвращаюсь на базу. Это абсолютно везде. Так сесть. Поехали. Происходит с двигателем задним. Хочет двигаться. Ну, всем пока. Ой, ты что там говоришь?